Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Думаю все время об одном парне, потому что влюблена, но я чувствую, что он стал холоден по отношению ко мне. Что мне делать со своими чувствами, что вообще делать, не нахожу себе места? Подскажите, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь в первую очередь мне думается, что имеет, конечно, смысл уточнить, откуда вы, почему вы решили, что парень к вам равнодушен, да? То есть вот вы говорите, что чувствуете, что он к вам охладел, вот. А вот как вы это решили, что он охладел к вам? То есть, что на это указывает, что он к вам охладел? Это первый момент. Потому что, вам просто чисто объективно, да, может казаться. То есть вы можете ошибаться, вот, относительно того, что к вам охладило, вот. Это первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, да, вот. То есть как-то вот не проецируете ли вы, грубо говоря, да, на молодого человека, вот, свои собственные какие-то страхи, какие-то вот сомнения вот в себе, вот. И так далее. Это первое, на что хочется обратить внимание. А второе. Вы говорите, что думаете о нем все время. Вот. В смысле? То есть тут, что вы имеете в виду? Говоря, что все время о нем думаете. Думаете как? Вот. Буквально. Как вы думаете о нем? А какие мысли у вас? Вот. Что это за мысли у вас? Чего вам в этих мыслях хочется, да? К чему вы в этих мыслях, стремитесь, вот. Что вам нужно в этих мыслях? Вот. То есть на эти вещи нужно обратить внимание, потому что, Думаете, то вы думаете. То есть, вы же думать можете, в принципе, все. В мыслях нет, чего-то такого негативного, получается. А вас именно вот разрывает, если я правильно понял, вас разрывает от этих мыслей. Вот, соответственно, нужно разобраться, вот, что именно вас разрывает в ваших мыслях, чего именно вам
ну, грубо говоря, не хочется. Вот. А потому что если вам чего-то хочется, да, если у вас, ну, если у вас есть вот какие-то, ну, какие-то желания свои, да, вот, и так далее, ну, вот, то вы можете, зная их, зная свои желания, вот, вы можете посмотреть, как их можно реализовать. Вот. Вы можете посмотреть, что можно с ним сделать. И вы можете посмотреть, как в этом замешано, условно говоря, ваша личность, ну, тело вашей личности, скажем так, да? Вот. Дальше. Вы говорите, что мне делать со своими чувствами? Ну, вообще, если такой вопрос возникает, я думаю, что вам, ваши чувства, скорее всего, причинят боль какую-то, вот, то есть, ну, вот буквально вам больно, вот. И, соответственно, нужно здесь обязательно увидеть, от чего это больно. То есть, вот, ну, если вы вот чувствуете, да, вот, что вам больно, вы чувствуете, как бы ощущаете, что вот вам, ну, болезненно, вот, то, на мой взгляд, нужно поисследовать, ну, вот, с чем связано боль, то есть, что болит конкретно. Вот, без этого, опять же, вряд ли можно говорить о, значит, ну, какой-то, ну, помощи вам в данном случае. Вот. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Вот. Дальше. Что делать, чтобы что? Ну, вот вы спрашиваете, да, что вам делать? Опять же, что делать, чтобы что, да, что делать, для чего. Вот. То есть, если вы, грубо говоря, ну, хотите, чтобы, допустим, парень на вас внимание обратил, да, или вы хотите с ним как-то сблизиться, то, скорее всего, отношения, ну, нужно будет как-то выстраивать. Вот, нужно будет, ну, как-то проявлять себя, вот. И если вы не хотите, ну допустим, себя проявлять, да, ну, к примеру, вот, то, соответственно, какие вот тут у вас есть, ну, проблемы, да, при, вот, проявлении себя, да, то есть, если вот вы, ну, не можете или боитесь, вот, или опасаетесь, там, допустим, себя проявлять, вот, то есть, вот, на это, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. Вот. В этом ключе вам, мне кажется, нужно будет двигаться. Ну и то, что вы не находите себе места, вот, то есть, по сути,
пребывают, получается, в нервном напряжении, да? Вот. Ну, пребывают в волнении, например. Вот. Я бы сказал, что это тоже такой довольно интересный момент, вот, что вы пребываете в этом нервном напряжении. Тут нужно увидеть, что именно создает вот это нервное напряжение. Что его, скажем так, подпитывает. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что вы чего-то здесь боитесь, да, совершенно очевидно, что вы чего-то здесь опасаетесь, вот, нужно, ну, на мой взгляд, выяснить, с чего вы опасаетесь, с чего вы боитесь. Вот, либо вам больно, вот, либо вам больно, очень, вот, и вы не знаете, как эту боль снять, вот. Самое лучшее, что вы можете сделать со своими вот чувствами, да, вот, ну, когда вы спрашиваете, вот, что мне делать, вот. Самое лучшее, что вы можете сделать с своими чувствами, это проживать. Вот это самое лучшее, что вы можете сделать. То есть, именно проживать. Выражать. Да. Проговаривать. Вот. Это самое лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации. Самое лучшее, что вы можете сделать. Вот. Вам будет становиться легче. Обязательно. Будет обязательно становиться легче. Ну да, может быть, не сразу, конечно. То есть очевидно, что, возможно, ну, пройдет время, вот, какое-то, но со временем, вот, вам будет становиться легче. И вы будете видеть несколько более четко свою проблему. Вот. Будете замечать, с чем она связана, вот. Ваша проблема, вот. Будете видеть именно вот это важно, вы будете видеть именно вот свою проблему. Пока что вы видите только внешнюю сторону, да, то вот молодой человек вам хватил и так далее. Вот. Будете видеть более глубже эту сторону. А вот, что еще? Если вы с молодым человеком в отношениях находитесь, вот, то есть, ну, если вы вместе с ним, вот, то очень важно сделать анализ отношений для того, чтобы поисследовать проблемы, ну, возможные проблемы, то есть, вот, по причине охлаждения. Может быть, вы
ну, проявляли навязчивость, вот, и были, ну, были как-то вот навязчивы. Вот. А может быть, вы стремились к слиянию с молодым человеком? Да? То есть, ну, стремились растворить ну, личные границы, вот, между вами. То есть и у молодого человека, ну и молодой человек в этом смысле пошел в отказ, да, пошел в защиту. Вот. То есть это вот вполне может быть такая история. Конечно, сложно так сказать и сложно так говорить, вот, потому что информации очень мало вы предоставили. Вот, но есть подозрение, да, что это такая вот тут, такая штука. Такая штука. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.